Историко-культурный центр первого президента и депутаты партии «Ак-Жол» в преддверии Нового года устроили праздник воспитанникам специальной школы-интерната номер 5. Сотрудники центра организовали театрально-развлекательную программу. Дети в костюмах разных сказочных героев веселились, танцевали и играли в разные игры, чтобы к ним на праздник пришел Дед Мороз. Мы с девочками, с сотрудниками нашего отдела придумали такой новогодний квест, скажем так. Да? Сегодня мы сами нарядились, мы сами в образе, представляем в образе. Дети будут переходить из станции в станцию для того, чтобы найти волшебный ключ, открыть волшебный сундук, чтобы добраться для волшебного телефона, по которому можно пригласить Деда Мороза и Снегурочку. Дети с удовольствием выполняли различные задания. Руководство школы-интерната и сами дети поблагодарили организаторов и направили им наилучшие пожелания. Благодарим центр первого президента и партию «Ак-Жол» за приглашение на новогоднюю елку. Очень благодарим, желаем всем счастья, здоровья. Вот, дети – это наше будущее Казахстана. Я себя хорошо вел. Еще я выполню все задания Баба-Яги. Мне понравился Новый год, и я очень рад к Новому году. Еще я рад, что Дед Мороз пришел. Дед Мороз и Снегурочка танцевали с детьми под новогодние песни. Затем они раздали всем подарки и сфотографировались с ребятами на память. Кристина Кириченко, Жахангир Конышбаев, Игорь Евстигнеев. Новости Темиртау.